Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. К столетию независимости Республики Армении и Сирского договора. Озеро Назик в Багеше замерзло из-за холодной погоды. Зограб Нацаканян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В Арцахе открыт клуб верховой езды. Почти 40 тысяч человек стали беженцами в Сирии за последние 24 часа. Палестина категорически отвергает сделку Трампа Махмуд Аббас. Здание, спроектированное Леоном Тадосяном, в Тегеране через 40 лет вновь открыто для общественности. По случаю столетия независимости Республики Армении Сирского мирного договора была издана на арабском языке книга премьер-министра Гарника Саркисяна «Западная Армения. Ключ к суверенитету, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке». Книга состоит из 7 основных глав. Первая – Ближний Восток в центре международной политики. Вторая – обзор истории армян на Ближнем Востоке. Третья – армяне между нынешней Восточной Арменией и оккупированной Западной Арменией. Четвертая – роль Турции региональная и отсутствие роли Западной Армении. Пятая – восстановление Западной Армении и ее роль в регионе. Шестая. Западная Армения между правами и их практической реализацией. Седьмая. Что после освобождения Западной Армении и Киликии. Эта уникальная работа предоставляет читателю множество фактической информации, которые являются новостями даже для армянского общества. Книга скоро будет переведена и опубликована также на армянском языке. Озеро Назик в Багеше замерзло из-за холодной погоды. Замерзли даже лодки в озере. Температура воздуха ночью опускается до минус 20 градусов, а озеро остается замороженным в течение 3 месяца в году. Один из жителей деревни отметил, на данный момент толщина льда составляет 15-20 сантиметров. Когда она достигает хотя бы полуметра, мы ломаем лед и ловим рыбу. Разбивая лед на озере, мы также обеспечиваем наших питомцев питьевой водой. А для детей поверхность замерзшего озера становится площадкой для игр. Министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян встретился в Женеве с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шофером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспершика. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. В Арцахе открылся клуб верховой езды. Ипподром работает в селе Мхитараше Наскеранского района в районе ущелья Хуннот и открыт не только для профессионалов, но и для начинающих. В беседе с корреспондентом Арцах-Пресс Баграт Микаэлян, директор конного клуба, заявил, что целью клуба является развитие конного спорта в Арцахе. Кроме понедельника, каждый день наши граждане могут посетить ипподром. С помощью опытного инструктора они могут кататься на лошади и приобретать новые навыки. В нашем обществе есть большой интерес, который делает работу более захватывающей, отметил Микаэлян. По его словам, в ипподроме есть разные виды лошадей. В ближайшее время большое внимание будет уделено покупке арцахских лошадей. В течение последних 24 часов около 40 тысяч мирных жителей сирийской провинции Идлиб на северо-западе страны покинули свои дома из-за обстрелов армии Асада и российской авиации. По информации местных правозащитников, в последние дни сирийцы массово покидают юг и юго-восток провинции Идлиб, а также запад и юг провинции Алеппо. За последние 24 часа свои дома в районах боевых действий на северо-западе Сирии покинули еще 39 377 человек, говорится в сообщении. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации обнародованного ранее во вторник плана президента США Дональда Трампа. Выступая в Рамаллахе, Аббас указал, что план Трампа не пройдет. «Мы категорически отвергаем эту сделку. Мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась», — отметил он. «Иерусалим не продается», — добавил он, имея в виду то, что ни при каких обстоятельствах не откажется от требования сделать Иерусалим столицей палестинского государства, сообщает Арменпресс со ссылкой на interfax.ru. При этом, по сообщению арабских СМИ, Аббас предупредил, что готов обсуждать с Израилем тему ближневосточного урегулирования только при условии посредничества ближневосточного квартета Россия-США, ООН-ЕС, а не одних только США. Опубликованный на сайте Белого дома 180-страничный документ состоит из двух частей – экономической и политической. Экономические аспекты были обнародованы еще летом прошлого года, а о деталях политической составляющей стало известно лишь сейчас. Мраморный дворец, одно из исторических зданий королевских резиденций Тегерана, откроется для публики спустя десятилетия, сообщает panorama.ae. Мраморный дворец был построен в 1934-1937 годах по заказу шаха Ризы Пахлави по проекту иранско-армянского архитектора Леона Тадосяна. После Исламской революции 1979 года по 1981 дворец был музеем, который затем был передан администрации. Все исторические артефакты, использованные во дворце, включая мебель, были выставлены в Тегеранском музее изобразительных искусств. Сообщается, что фонд Исламской революции Мустаза Фан в этом году взял обратно исторический объект и решил снова превратить его в музей. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Каторма Еркинг, Жоуар Такан Еркери.
представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.